В год юбилея победы в Великой Отечественной войне министр обороны России подписал приказ о награждении жительницы Первоуральска. Вооруженным силам Зоя Николаевна Евдокимова отдала более 70 лет своей жизни. За оказание содействия в решении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации, наградить почетной грамотой Министерства обороны Российской Федерации Евдокимову Зою Николаеву, министра обороны Сергея Шойгу. В вооруженных силах Зоя Николаевна оказалась в 1942 году. Чтобы стать курсантом пехотного училища, 17-летняя девушка приписала себе один год. По окончании училища получила звание младшего лейтенанта и начала работать в военном комиссариате города Ахрыс. После войны вернулась в Первоуральск, где также поступила на службу в военкомат и заняла ответственную должность. 35 лет руководила работой секретного отдела. Рассказывать о том, что конкретно, чем конкретно занималась Зоя Евдокимова, до сих пор не имеет права, а вот секретом, как прожить долгую и успешную жизнь, готов поделиться с каждым. Надо быть честным. Во-первых, не надо нарушать никакие направления. Вот живешь честно и всегда проживешь честно. А если будешь врать, попадешь куда-нибудь.